Всем привет, канал Ирина Цветики. Ну, я еще на цветочном оптовом рынке. Этот магазин Орхидея, рядом с магазином Орхидея, магазин Акация. Очень давно я тут не снимала, Орхидеи не брали. И вот, наконец, свежий завоз. Посмотрим, что привезли. Ну, довольно много. Хотя мне вот говорят, что с четверга, что ли, они завозят. Ну, я уже раз заглянула, два заглянула, три раза. Ну, не было орхидеечек, поэтому я уже как-то мимо пробегала. Ну, и вот, вот беглипчик снова, вот такой симпатяшка есть. Цены упали. Ну, по сравнению, что были весной, ну, наверное, это были праздничные цены. Вот снова меньше тысячи. Вот такие одноствольные цветочки, что не может не радовать. Вот интересная с оранжевой губой. И блестит она, переливается. Так, что тут у нас интересненько? А вот нашлась Рим. Рим мне заказывали. Я хотела взять Леруа, там такой шикарный большой куст стоял. Ну вот почему взять подешевле, можно вот тут на заводе. Вот такая тоже с оранжевой губой блестит. Красавишна. Ну, крупные, бело-розовые, они тоже красивые. Вот еще один Рим, по-моему, поблескивает. Или это подова, вот что-то. Ну, он так стоит, бедный, скукожился. У подовы немножко цветы другой формы. Непонятно там. Ну, не буду сильно их там разворачивать, вытаскивать. Ну, стоят плотненько, видите. Им тут тесновато. Ой, белая какая красивая, сверху донизу. А вот это прям блестит, бело-сиреневая. Красивая. Так, это я уже пошла. Белый, вот я увидела Пандору. Пандора мне нужна. Тарина увидела. Тарина тоже нужен. Ну, показался сначала бледненький. Нет, яркий, довольно яркий. Бывает прям бледненький-бледненький салатового цвета. Ну, белая мне нужна крупная. Здесь вот как-то не нашла я такое крупненькое. Купила в другом магазине. Ну, так к одному заказу просто нужно. Тарина, белая, крупная и темненькая. Ну, темненькую я уже купила и белую в другой. Ой, какой шикарный кустик. Ой, как же его... Ну, опять моя память меня... покинула самый нужный момент. Ой, какой рыжичек красивый, переливается. Ну что поделаешь, вот в каждом возрасте свои недостатки, свои преимущества. Ну вот мало возраст, тут еще вот полезть такая, африканский закат, вот прям какой-то яркий. Может быть, это... Ну, леди Мармелад точно нет, она еще бледнее закатов. Ну, просто бывает поярче. А вот такая красотища. ₽850. Ну, я не знаю, только первый ящичек или вся эта красота по 850. Тут бывает, они ставят на разные ящички. Что-то я вот тут заметила, пошла, вернулась. А пятнашечку с очень красивой губой. Издалека, главное, увидела, рядом проходила, нет. И она переливается красивой. Вот они, крупные, белые. Ну, я уже купила в другом магазине, поздно. А что там внутри? Может, что-то интересное еще? Какая-то желтая. Ну, скажем, такие нейтральные, не сильно дорогие, они
не очень сортовые, ну как сорта не очень известные, ну такие. Ну, зато и цена хорошая, и орхидейки свежие. Вот, и их разберут. Вот тут еще у нас есть уценка, смотрите, 350 рублей. Много хороших корешков, но есть и плохие. Вот что-то там, плесень. Ну, нужно, если покупать, нужно хорошенечко посмотреть, что там такое. Ну, плесень присутствует. И вот темненькая. Тут, правда, с выбеленной серединкой. Ну, я повторюсь, уже темную с белой я купила раньше, чем приехала в этот магазин. Это я для хозяйки рассказываю. Ну, вот, видите, хожу с бумажкой наперевес. Ну, тут уже цветочек портится. Ну, розетка хорошая. Еще вот такая красота, тоже не знаю точно, как он называется. Но это не легенда. По-моему, немножко не похоже, что это. Ну, красота. Единственное, что я там цену хотела спросить, и не увидела, и не спросила. Вот я беру Рим и Пандору. Ну, Риму я уже знаю точно, кто нужен, кому нужен Рим, кому я покупаю. А вот Пандора у меня в записках, ну, я вот сейчас не помню кому. И вот такую радужку я нашла. Радужку тоже просили, у меня записана радуга. Ну, кто-то, наверное, из новеньких, или я просто не помню, кто заказал. Тут корешков не видно. Он растет листик. Хороший экземплярчик такой, красивый, высокий. Вот что я еще увидела у них. Вот видите, никого нет. Как спросить? Ну, похоже на Викторию, ну, немножко. Может быть, была вот раньше подешевле Виктория. Может быть, это она, ну, цветы не такие крупные. По-моему, оттенок другой. И вот они на продажу стоят или просто для красоты. Бывает, вот на базе там стоит у них на таком вот столе оперативно. И очень женщина не любит, когда трогают. Говорят, да что вы все лезете к нему, что вы там. Это поставили типа для декора. Ну, вот тут я не знаю. Спросить было некого. Вот, и вдруг увидела еще в сторонке орхидеи. Конечно, полетела туда. Вот Black Stripe, черная полоска. А вот такая симпатичная радуга еще. Ну, там у меня розовей, по-моему. Тут желтизны больше. Белых вот, достаточное количество. Вот такая очень крупная бело-розовая орхидейка. Тут еще одна радуга. Ну, радуга на самом деле бывает несколько оттенков. И когда меня просят радугу, присылают совершенно разные. Бывает зеленцой такая вот, сильно розовая, больше желтого. Ну, всякие бывают. Они радужные, они блестят, они красивые все. Просто кому какой оттенок понравится, вот, лучше с фотографиями заказывать. Ну, вот такая. Ну, на видео она не очень смотрится, а так она такая воздушная, легкая орхидейка салатового цвета. Так, что-то там я увидела. Вот похож на алабастер язычок. Сейчас мы достанем. Ну, нет, алабастер крупная орхидейка. Крупные листья у нее. Ну, все у нее большое такое. Но тут нет, и коричневого на язычке мало. Это не алабастер, к сожалению. Так, тут что-то я заметила интересное. Какая-то разноцветная пятнашка. Посмотрим, что там. Ну, тоже разновидность золотого яблока. Я вот, честно говоря, в них путаюсь. Вот, яблоко, не яблоко. Я могу вот лишь на глаз различить, вот, объяснить, чем отличается от другого. Я не могу, честно. Для меня они почти все одинаковые. Ну, по названиям я имею в виду.
Ой, какой красивый рыжик. И блестит-то как. Что тут еще у нас есть? Ну, вот такая стала часто попадаться. И она довольно крупная, ну, красивая. Почему нет? Вот домашнее цветение, представляю, такое. Грозди будут цвести, довольно симпатичная. Вот еще ее разновидность. Смотрите, какие цветы шикарные. Ой, там еще и крапушки есть внутри. Пятнашечка там. Хочется рассмотреть в серединке что-нибудь интересное. Ну, вот, пожалуй, самые такие яркие представители. Ну, цветочки сорта повторяются. Ну, все свежие, все красивые, в принципе. Можно брать. И цена хорошая очень. Хорошо, что... Вот похоже очень на паприку издалека. Ну, нет, это не паприка. Хорошо, что возобновили поставки. Тоже этот магазинчик люблю я забегать. Тут в миксах бывают очень интересные орхидейки. Всем спасибо за просмотр.